Самый лучший совет, когда-либо полученный мною. Я очень рад, что получил его довольно рано. Это регулярно писать определенное количество слов, норму выработки. Потому что затем, когда однажды вы оглянетесь через 3 месяца, 4, может, год, но в какой-то момент у вас будет законченный роман. И что вы многому научились к моменту его завершения. И поэтому вы видите таких людей, как Эд МакБейн, известный еще под именем 700, которые смотрят мне через плечо и говорят: «Пиши, болван, пиши!» Я имею в виду, что он был невероятно продуктивен. Под 2 или 3 псевдонимами скрывается Джон Ди Макдональд, парень с раскаленной до красна печатной машинкой. Он был невероятно продуктивен, потому что он делал это так же регулярно, как ходил на работу. Он относился к этому как к работе. И хотя я привык выполнять дневную норму, это оказалось очень тяжело. Я чувствовал себя порабощенным этим. И если я спутал планы или пропустил день, то мог действительно задать себе взбучку. Поэтому теперь я выполняю недельную норму, которую я разделил на дни. И если я пропустил день, то знаю, что наверстаю его на следующий день. Плюс я устраиваю себе один выходной, чтобы подзарядить батарейки. И вот вы делаете это изо дня в день, недели, месяцы, годы, и однажды вы становитесь тем, кого называют продуктивный писатель.